Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на утреннем кормлении. О, какой грозный! Маленький, но грозный. Да, тут его зазноба, поэтому он такой грозный. Вот, друзья, наш красавец Чук взял кусок мяса и не стал раззадоривать забияку, который сейчас с львицей нашей рыженькой красавицей гуляет, а отошел и спокойненько ест здесь. Львица — это у них как атаман, выглядывает, смотрит, куда пойти в поисках приключений. Куда-то ее тянет, манит вдаль. Поела, можно и поискать приключений. Как-то не спешит составить ей компанию. Скажет, лучше я доем вот этот вот большой кусок мяса. А приключения подождут. Потому что иногда после таких приключений остаются вот такие отметины. Пошла, пошла. Вот этот ложак. Вот этот черный чук. Чука, покажи свою харю. А, вот это, вот он, вот это вся морда ободранная. Вот это. Вот еще один богатырь. Тоже кто-то его исполосовал, но, наверное, конкуренты из дальнего прайда. Высматривает, наверное, молоденькую львицу решила погонять, красуню. Какая
Так что львица сама пошла. Львы не составили ей компанию. Но, видимо, она и сама себя чувствует уверенно. Саванна – это ее дом родной. Она здесь как рыба в воде.